Эта надпись была сделана еще в 90-е годы, когда здесь существовал игровой клуб «Матрица». Сюда приходили играть школьники. И кто-то написал, сделал эту надпись в те далекие времена, когда еще существовал этот клуб. Здесь, кстати, неподалеку этот двор, где я обозревал искусство желтое по белому, арт-группы творческого объединения Собакевичи или Шариковы. И здесь же рядом новый, точнее, старый, новый, старый, старое произведение искусства неизвестного художника под этим необычным названием. Мы видим даже цвет этих букв, он и сама стена, она как бы показывает всю древность, как древний манускрипт, как какие-то древние, кого-то это какая-то древняя стена, древнейшей пещеры, какой-то забытой цивилизации 90-х годов. И эта надпись будет существовать здесь. Сколько еще столетий просуществует здесь эта надпись, никем не уничтоженные? То есть люди чтят эту надпись, как будто это какой-то священный грааль. Никто никогда ее не сотрет, никто никогда не возмутится ее. И я тоже никогда не возмущусь, ведь мои пейзажи уничтожают до того, как они будут завершены. Пейзажи мелками на стенах. Поэтому я тоже не буду ругаться на эту священную для этого города надпись, хранимую в сердцах людей на века. Когда я умру, эта надпись останется, она переживет меня, она переживет всех нас. А вот пейзажики, нарисованные на стене мелочками, они уничтожаются с очень огромной агрессией. Очень сильная неприязнь здесь к пейзажикам. Никогда не буду вступать в арт-группу Собакевичи или Шариковы. Ни за что.